Честно говоря, нравилось ему всеми этими паутинами резины и всего остального. Но вы знаете, в принципе, когда заряжается довольно-таки компактно, нормально. И самое главное, что намного резче роллера бой, тише. Ну и то есть, мне кажется, КПД у него гораздо больше. Что я хочу сделать? Сейчас хочу поменять амортизатор, то есть я его хочу сделать для пиламиды, поменять амортизатор, попробовать, если получится. У меня есть торсион, но вижу, что он уже маленький. Если он получится поставить, в дальнейшем, если я это ружье вставлю, я сюда обязательно поставлю торсион. Пока вот так, да, то, чтобы плавучести. Эта часть это всплывает, но если мне все-таки кажется, что гарпун можно поставить чуть длиннее, минимум на 5 сантиметров, я думаю, будет. Не знаю, как это повлияет на баллистические, так сказать, свойства данного ружья, но посмотрим. Пока я использую для пиламиды ружье 120-е, обычная рогатка с двумя 16-ми тягами. Здесь, не знаю, здесь тоже все 16-е тяги, какие-то кусочки сюда. Вчера вроде зарядили все, вроде было более-менее понятно. Сейчас буду переделывать, заряжать, смотреть. И сегодня будем отстреливать его по пиламиде. Что там будет и как оно будет, ну, не знаю. Возьму буй, возьму на буй два ружья, попробую сначала пострелять по лобану, как там пойдет. Ну а в дальнейшем будем смотреть. Что очень мне понравилось, очень оно тонкое, маневренная проводность у него, все резина вся спрятана. Ну интересно, катушка, конечно, тоже для пиламиды, не знаю, короткая очень ручка сама вот эта. Дима обещал, если все нормально, сделать ее чуть подлиннее. Как она будет работать, сколько здесь шнура, неизвестно. То есть все это будет в процессе проб и ошибок, так сказать. Будем смотреть. Ну вот, пока как-то так. По длине. От кончика до пятки 125 сантиметров. 25 сантиметров разгонная, от роликов до, не знаю, до начала триггера 107, ну, наверное, 110, то есть, ну, длины достаточно для, думаю, для такого ружья. Еще раз повторюсь, хочу это ружье использовать для пиламиды. Попробуем, как оно покажет себя вместо 120-й рогатки с двумя 16-ми тягами. Старая добрая рогатка, ну и новые технологии. Инвертор. Вот так и сборы находятся. Через блочки он все натягивается, все компактненько, все красиво. Это, конечно, честно говоря, я подкупила. Ну, посмотрим, как оно себе покажет.
Thank you.